Есть проблема с созданием вечного двигателя. Но почему бы нам не сделать зонд вечным двигателем? Необычные опыты и интересные эксперименты. На своих уроках учитель физики Анна Ермилова рассказывает старшеклассникам, что эта наука не только сложные законы и формулы, а прежде всего увлекательный предмет. Педагог из 49-й школы Владимира уверена, желание не только учить, но и учиться вместе с детьми помогает увидеть талант в каждом ребенке. Наша профессия такая, что и мы многому у детей учимся, а потом наша профессия держит учителя в постоянном тонусе. И наша профессия, она молода, потому что дети обучаются до 17-18 лет. Это означает, что мы, в принципе, всегда с ними на одной ноге. Анна Ермилова преподает в школе больше 20 лет. В прошлом году стала победителем городского конкурса «Педагог года». В этом представляет Владимир на областном. Вместе с ней в финале учителя-предметники из сельских и городских школ, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Это уже 31-й конкурс «Педагог года». И учителя, по словам членов жюри, не перестают удивлять новыми идеями. Каждый раз мы открываем очень новых интересных звездочек и в технологическом плане, и в плане методик. И, конечно, общаясь с коллегами, педагоги обмениваются этим опытом. Идет такое взаимное серьезное обогащение. Педагоги, мастера, новаторы и воспитатели лучших учителей выбрали в 6 номинациях. Награды победителям вручил глава региона Александр Авдеев. Удивительная профессия, потому что даже воспитать в семье ребенка – это такой труд. А вот дать знания, дать нравственные ориентиры, привить любовь к предмету, к родине, к культуре – это очень сложно. У вас это получается, и спасибо вам за это. Лауреатом конкурса стала учитель истории и обществознания школы номер 2 из Судогды Анна Ромашковец. По словам лучшего педагога региона, самым сложным испытанием был открытый урок в незнакомом классе. Я благодарна 8 классу из 42-й школы. У нас появился какой-то тандем. Это ученики мои, с которыми я работаю, 8-й в данный момент, 5-й классы, которые верят, ждут результатов вместе со мной. Наверное, вот это нить вот такая духовная какая-то, которая помогает находить силы, даже когда очень сложно. Я знаю, что меня ждут. Они ждут чего-то нового, они ждут интересного. И это вдохновляет, конечно же. Впереди у победительницы работа над новыми идеями и проектами. Анна Ромашковец будет представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе «Педагог года». Оксана Любимова и Сергей Власов.